Друзья, с разрешения автора, политика Льва Марковича Шлосберга, процитирую его пост. Он называется «Власть изгоев». Нарастающий селевой поток ненависти в виде признания граждан и средств массовой информации иностранными агентами отражает чрезвычайно опасный процесс превращения России в осажденную крепость. Иностранный агент – это чужой, враждебный инородный человек или организация. Клеймо иностранного агента отрывает человека от родной земли и всего общества и представляет его внешней силой, не имеющей корней на родине. Присвоение статуса иностранных агентов гражданам России, честно делающим свою профессиональную работу, это не только попытка запрета на профессию журналиста и правозащитника. Это попытка остановить действия на территории нашей страны всех признанных в мире основных прав и свобод человека и гражданина. Попытка сделать Россию страной бесправных людей. Иностранный агент – это не полноправный гражданин. Это человек, которому нет места на своей земле. Агрессивная реакция властей на правду и личное достоинство показывают меру ненависти власти к свободным людям. Власть показывает, что Россия не принадлежит гражданам России, а принадлежит самой власти, которая намерена решать, кому жить, а кому не жить в нашей стране. Власть показывает всем, что намерена сама определять, что есть правда, кому принадлежит свобода слова и свобода массовой информации, и называть настоящую правду жизни ложью и клеветой, клеймить белое черным, а черное белым. Власть показывает, что все общественные силы, стремящиеся установить в нашей стране демократический политический строй, сутью которого является защита прав и свобод человека, чужды и враждебны России. Власть демонстративно выдавливает из страны политиков, гражданских активистов, журналистов, рядовых граждан. Она отнимает у людей родину. Власть отказалась от общенационального диалога и перешла на язык вражды. Стала носителем политики, которая представляет граждан России врагами России. Забрасывание людей камнями иностранных агентов – это провоцирование доносов, кампаний травли и унижения. Это вытаскивание в жизнь с морального дна самых мрачных и подлых типов человеческого поведения. Это прямое разжигание гражданской войны и провоцирование политических убийств. Отчуждая людей от государства, власть изолирует сама себя, превращает себя в узника, стоящий на пороховом погребе осажденной крепости, становится ненавидимой всеми инакомыслящими. Власть делает себя изгоем. Власть становится в России иностранным агентом, силой, разрушающей страну.